Так, всем привет, ребята, это снова я. И по поводу протеина, на который я уже делал обзор. Это протеин фирмы Экстремал. Вот, я, значит, уже почти доел банку, и что я могу сказать? Я доволен этим протеином. В желудке ничего не бурлит, газы не скапливаются, все отлично. Так, можно употреблять, можно покупать. Смело, так что не парьтесь. Но учитывайте то, если вы спортсмен выступающий, то учитывайте тот факт, что здесь есть соль, поэтому придется все же убирать этот протеин за 2-3 недели до соревнований. Потому что соль, как мы знаем, она держит воду. Так что, ну, в принципе, это единственный момент, который я вам хотел сказать. Ну, собственно, все. Так что можете располагать доверием к этому протеину. Он уже проверен, я покушал, посмотрел, и работает все отлично, все замечательно. Все, всем пока. Всем спасибо, пока.